Спортивная школа «Дельфин». Ему 15 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 25 боев, в 20 одержал победу. Является победителем первенства Республики Татарстан 2019 года, призером первенства Республики 2020 года. Тренируется под руководством Шипицына. Бурлинга Бекентаев Ильшат, спортивная школа Олимпийский. Ему 15 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 7 боев, 5 одержал победу. Тренируется под руководством Терентьева. Fuck!
Единогласным решением судей победа жалобака красного угла Юсупов Руслан. Спортивная школа «Дельфин». Юсупов Руслан награждается от Федерации бокса города Набережной Челны. Бекчентаев Ильшат награждается за третье место.